Кто зрадив батьківщину, завжди одинокий. Это вы ко мне? Кто предал родину, всегда одинок. Вы сейчас серьезно? Вы что, так и не поняли за 2 года, что вас предало ваше правительство? Или вы хотите сказать о том, что все, кто уехал из Украины, все одинокие? Потому что они уехали из страны? А я с вами не согласна. Хотите, проапеллирую? Да легко. По щелчку в 3.15. Я отказалась возвращаться в страну, диктатура которой мне неприемлема. Я не хочу жить по правилам, порядкам и законам деградантов дебильных с купленными дипломами, которые ебут и грабят 30 лет наших людей. Я не хочу жить в стране, которая стирает историю, предает память моих предков. Я не хочу жить в стране, на которой на законодательном уровне предают пенсионеров, отбирая у них последнее. Я не хочу жить в стране, в которой не поддерживают женщин, матерей. Нету никакой помощи и поддержки от правительства для матери с ребенком. Я не хочу жить в стране, в которой зарплата с пенсией составляет $200, а снять квартиру 150. Я не хочу жить в стране, в которой женщины проклинают всех детей мира и желают им смерти, потому что они куплены. Я не хочу жить в стране, в которой постоянные майданы, госперевороты, где сжигают заживо людей, где расстреливают на площади людей, где, когда едут в автобусе назад домой, люди возвращаются, в них кидают вот такие камни. Или вы забыли, как в автобусы с детьми, возвращавшимися с Китая и Азии, кидали камни свои же, когда начался коронавирус. Вы забыли, как в Одессе людей жгли заживо? И этого чего хотели? Это хотели все женщины. За 200 до 500 гривен, прыгающие постоянно на майданах. Я не хочу жить в стране, которая предала свой народ, которая сделала рабов из нации украинской. Я не хочу жить в такой стране, потому что она меня предала. Понимаешь? А вот тебе там и место. Мы в России есть друг у друга, а у вас уже нет никого, ничего. Америка вам жопу показала. Европа на вас хуй положила. В Украине вас либо голодом, либо болячками, либо на войну на пушечное мясо, прикрываясь, якобы защищая родину, отправляют массово, блядь, органы по всему белому миру. Вы какая-то там, не знаю, переработка живых людей на удовлетворение Европейского конгресса. Сколько детей продали с Украины за рубеж? Сколько детей не доехало? И все эти новости в течение 2 дней удаляются. Сколько детей? Весь мир уже гудит о том, как ваша Зеленская торгует вашими детьми. И о том, как там хирурги с Великобритании усовершенствуют свои навыки, разбирая ребят на границе на органы и продавая в Европу. А вы сидите дальше. У вас дети побираются, старики с голоду умирают. А вы всех проклинаете во всем белом мире. И ты мне кажешь, что я зрадила батьківщину? Фу, блядь, на тебя позор.